Давление на верующих в Узбекистане не будет снижаться, а освобождение нескольких сотен верующих из мест лишения свободы – это политическая акция, считает президент Ассоциации прав человека в Центральной Азии Надежда Атаева. Известная правозащитница прокомментировала корреспонденту Хабархо последние события в Ташкентской области, связанные с задержанием и арестом десятков людей. И то, что сейчас начались массовые аресты, и то, что до сих пор практика пыток остается реальным фактором и источником нарушений прав человека, я думаю, что это сложно отрицать. К сожалению, это печальная реальность. Сейчас появились новые причины, по которым людей объявляют врагами народа. Я уверена, что сейчас давление на верующих не будет снижаться. Также Надежда Атаева считает безосновательными ожидания многих узбекистанцев на существенные реформы в стране в связи с некоторыми изменениями в религиозной сфере. Выход нескольких сотен верующих из мест лишения свободы досрочно – это политическая акция, которая была организована правительством Узбекистана накануне визита Верховного комиссара ООН по свободе совести и свободы вероисповедания. Я думаю, что на самом деле никакой политической оттепели нет. Мирзияев, он сам называет себя сыном Ислама Каримова. То есть он воспитанник этого режима. Это не смена режима, это новая власть. Я думаю, что на самом деле есть основания для представителей неформальных религиозных групп и общин сдерживать свое доверие и вести себя достаточно осторожно, потому что никто не отменял списки лиц, которые посещают каждую пятницу мечеть. Оперативные списки сохранены. Okay. 11-й квартал, хараб, кочкан, он оркестр, никто, что я съюрил.